Поэтому мы, подсаки, должны цаки носить. Да, и перед нами, Четланами, должны делать вот так. Владимир Николаевич, это оголтелый расизм. Как Чехов призывал выдавливать из себя по капле раба, так Путин призывал выдавливать из себя маленького Сталина. Того маленького Сталина, что сидит в нас и по сей день, того, кто считал человека пылью и прям по-садистски лишал людей свободы. Внутри Путина есть маленький Сталин в маленьком френче, с маленькой трубкой в руках, шевеля маленькими усами или шурша газеток маленькими листами, говорит он неспешно, с акцентом, о маленьких путинских друзьях и врагах. Одних кооптирует он в маленькое ЦК, ставя их отвечать за пушки, заводы и газ, других готовит в маленькие ЗК, ссылая напрочь от внутренних путинских глаз. Ведь внутри Путина воет пургою маленькая Колыма, стонут от вшей маленький чердень, находка Караганда, и на допросах помаленько сходя с ума, маленький враг народа просто кивает. Да, маленький Молотов и маленький Микоян с маленьким Ворошиловым и маленьким Лаврентием Б. В ожидании внутри Путина смирно стоят, доверившись сталинской борьбе и судьбе. Маленький Сталин с маленьким Ежовым лукавит, говоря, что пора уже вывести всех в расход, маленьких Ходорковских, Бухариных, Зиновьевых, Улюкаевых, чтобы врагов народа немного проклял народ. А почему лукавит? Потому что знает, что и сам этот маленький железный нарком на допросах зальется маленькими слезами и в могилу ухнет маленьким кувырком. Маленькие врачи-вредители и маленькие космополиты, маленькие барыньки, мечущиеся между молельней и будуаром, внутри Путина презрением народа облиты, потому что хлеб народа помаленьку кушают даром. И маленькие солдаты маленькой великой войны, подчиняясь сталинскому приказу, внутри Путина жаждут мгновения тишины, чтобы все фашисты умерли разом. А еще внутри Путина маленький Днепрогэс, и по Беломорканалу маленький плывет Горький Максим, и черти полосатые валят лес из последних маленьких своих сил. Вот такой Сталин внутри Путина есть. Вот его он и хочет выдавить навсегда, осуществить таким образом страшную месть революции, чтобы выйти в маленькие господа. Смотрит ли Путин киселевский рэп по ТВ? Читает ли сводки вездесущего ФСО? Все его думы все равно о себе, о том, как бы выдавить Сталина своего. Но не выходит Сталин, и Путин кричит, и в ночи этой крик его точно стон, и со всех сторон в этой страшной ночи ползут к Путину призраки сталинских красных знамен. Выдавливая Сталина, он порождает боль всего своего путинского естества, ему страшно и холодно быть собой, потому что без Сталина Путина плоть мертва. Все, что оживляет здесь хотя бы малую часть, курит трубку, носит френч, галифе и хромовые сапоги, это Сталина. Над всем здесь могучая власть рвет правителям после Сталина на части мозги. Как они хотят, о, как же они хотят выдавить Сталина страшный, спокойный шаг, его умный, безжалостный, ясный взгляд, от которого тает, как свечка, враг. Внутренний Сталин посмотрит на Путина душу в упор, усахелаури нальет, усмехнется и, пыхнув герцеговиный флор, поднимет тост за народ. Вот такая баллада у меня родилась, дорогие друзья. Не понимайте поэзию напрямую. Не судите ее как политическую статью. Хотя в ней, в поэзии, а это хороший
такая искренняя. Долго во мне это жило, много чего, как говорится, заложено, скрыто и продиктовано. Будьте здоровы!